Ну что же, играем в Ripout. И, короче, летим на какую-то станцию, чтобы узнать о каких-то особенностях. Да, Killsoft инженер. Политон Бонд находится здесь, он может придумать офигенное оружие для того, чтобы уничтожить все и все. Ну, в смысле, из этих клеточных тварей. Так, дополнительный чардж, меньше урона. Давайте вот это uncommon, значит, что-то веселее будет. Сработало. Не застрял. Поехали дальше. Куда идти? Переезд. Видите? Чё, кто, где? Понятно, что ничего не понятно. Но очень интересно. Thank you.
Давайте родите. Прибежали такие, а? Кешки.
Да, по крайней мере, делали, что от врагов начинают выпадать патроны, как, ну, как дом. Это здесь есть ключик. Жопой. Второй этаж посмотрим, что здесь есть, чего здесь нету. Ган можно развивать. Все, пойдемте. Хотя больше ничего нет. Улетаем. О, я вижу небо. Скайбокс. Ну что ж, как-то так. Посмотрим, что у нас по апгрейдам. Может быть. Yeah. I knew. А, тут квесты, это просто вот эти квесты обязательные. А вот это все остальное можно уже там. Па-па-па-па. По желанию. Суппорт мод еще там. Гармент. Ух. Ну это поднакопить тут надо, конечно, по-жесткому. Шотган по дешевке можно взять. Это требует просто чуть-чуть больше. Но я думаю, что можно взять вот это вот. И... А шотган уже не купишь, потому что... Потому что... Вот это вот все. Ну, зато у меня 8 этих... Да-да, давайте. Че? Рогницкие перчатки. Чуть быстрее будем.
Ну. Ну. Немножко кривовато, конечно, так зацепляется, но... Ой. Это, на самом деле, вон там где-то вот эти кусочки не так красиво, как надо бы. Но, тем не менее. Ну что, как-то так. Ладушки, дорогие товарищи, спасибо, что смотрели. Лайки, подписки, шары, все дела. Вам приятно, мне полезно. И, в общем-то, увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Всем спасибо и пока-пока.